Султан Али Машхади, живший в 15 веке, достиг совершенства в искусстве письменности на столик и удостоился звания предводитель каллиграфов. Почерком султана Али Машхади были выполнены многие произведения Алишера Наваи при жизни поэта. В фонде Института востоковедения хранится рукопись «Навадир аш-Шибаб. Диван юности Алишера Наваи», переписанная золотописцем султаном Али в Герате отличным стилем на столик. В конце списка написаны следующие слова Машхади: «Я, султан Али Машхади, переписал эту копию для сокровищницы Мирзо Султана Хусейна в Герате».